Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня 18 февраля 2021 год. Сегодня я вышла с работы, из университета, и мы с подругой решили пойти в грузинское кафе «Хинкальня». Хотим немножко отдохнуть, потому что устали, потому что хорошее настроение, потому что хотим поесть грузинских хинкалей и вспомнить, как я была в Грузии. Очень тянет обратно, хочется поехать еще. Маленький уголок Грузии у нас в Харькове – это грузинские рестораны. Я направляюсь к метро Наукова. Мне здесь очень нравится ходить, гулять. Тут рядышком церковь. Небольшой парк. Вот такая красивая церковь. А на проспекте много кафе, много магазинчиков, просто интересное место, где много молодежи, много студентов. Я вышла на проспект. Здесь очень оживленная атмосфера. Студенческий центр, рядом много университетов. Движение, машины, кофе, Макдональдс. Одно из самых оживленных мест в городе Харькове. На проспекте Науки есть очень интересный объект. Велосипед с цветами. Ну, прямо сказка, 12 месяцев. Снег идет, а тут цветы. Почти живые. Ну что, мы идем по проспекту Науки и ищем нашу хинкальню. Где же наша хинкальня? Это не хинкальня, это кондитерская. Здесь даже можно заказывать торты. Идем дальше. Идем, смотрим на людей. Смотрим на магазины. Вот какой-то еще магазин. Нет, не хинкальня. Идем дальше. У кого-то до сих пор Новый год. До сих пор елочки. Это кофейня «Гурман». Здесь обалденный вкусный кофе и вкуснющие круассаны. Идем дальше. Ищем хинкальню. Где же наша хинкальня? Слева нет, справа нет тоже. Ага, салон красоты. Салон красоты. Какой там мюсье интересный стоит. Идем дальше. Магазин одежды. Нет, это не хинкальня. Вот какой-то бутик. Называется «Престиж». Это тоже не хинкальня. Лестница. Вот наша хинкальня. Мы ее нашли. Хинкальня, грузинский ресторан. Так, это моя подруга. Мы наконец-то заходим в хинкальню. Я была здесь много раз. Хочу сказать, что здесь самые вкусные хинкали в Харькове. Именно такие я ела в Тбилиси. Самые-самые. Вот, спасибо. Это мне? Театр. Мы в ресторане. Очень колоритное место. Грузинская музыка. Сейчас посмотрим, что же нам предлагает этот ресторан. Какое здесь меню. Посмотрим, что нам предлагает здесь ресторан. Ну, конечно, хинкали. Мы ради хинкали сюда и пришли. Супы харчо, шихиртма. Холодные закуски. Обалденно вкусный пхали с баклажанами. Я это покупала много раз. Это очень вкусная вещь. Вот так они выглядят. Смотрим, что дальше. Салаты. Стравы на мангале. Соусы. Горячие закуски.
хачапури по-аджарски. Вот это хачапури по-аджарски. Хачапури по-мегрельски. Еще какие-то хачапури. Ну и, конечно же, грузинские вина. Саперави, Мукузани, Кинзмараули. Я там была. Я была на заводе, где это вино изготавливают. Привозят даже в Харьков вино. Саперави, Алазани. Что-то будем сейчас заказывать. Так, я хочу немножко снять интерьер. Колоритная атмосфера, куши с какими-то бокалами. У нас тут три человека сидят. Какой-то господин в центре. Господин в центре сидит. Рядом дамочка. Они грузины. И моя подруга, она украинка. Вот какая компания у них сегодня. Мы сделали заказ. По паспорту украинка. А внутри русская. По паспорту говорит. Мы сделали заказ. Теперь ждем наши хинкали. Посмотрим, что тут есть еще. Пардон. Так, нам уже что-то принесли. Мы заказали вино. Дорогая моя подруга, которая пришла первый раз в это место, а ну-ка расскажи нам первые впечатления. Вот сразу что в глаза бросается? Интерьер. Картины, стиль такой интересный, выдержанный, такое строгое спокойствие, так можно сказать. И в то же время такая домашняя, теплая атмосфера. Вот спасибо, как четко все замечено. За что будем пить? За хорошую погоду, потому что плохой погоды не бывает. Даже когда идет снег, легкий мороз, это тоже прекрасно. Какой хороший, легкий первый тост. Что же будет дальше? Так, нам принесли наш заказ. Да, такой размер. Спасибо. А ну-ка, теперь впечатление. Обалдело. Приятно обалдело. Это наши хинкали. Сейчас покажу, как их правильно кушать. А теперь моя очередь поснимать мою подругу и спросить у нее, какое же у нее впечатление от нашей встречи. Веселое впечатление. Я была много раз, я стала туда шла. Вот, я хочу сегодня показать, как профессионально шить хинкали. Мы с удовольствием это оценим и посмотрим. Так вот, хинкали делали в Грузии, это такие большие пельмени. Вот, их делали вначале в горах, а потом собирали во всей Грузии. Внутри мяса или говядина, или баранина, или свинина. Вот. Потом это все заворачивается и варится. Внутри могут быть еще специи и разные зелень. Допустим, петрушка или кинза. Ну, мы заказали без зелени. Берется вот так вот одна хинкаля или хинкалина, или хинкуля, или хинкеля. Короче, пельмень. Берется так вот рукой. Рукой. Жалко, масла нет. Потом откусывается, и с него течет юшка. Это вкусно. Мы сейчас имеем честь наблюдать, с каким удовольствием человек употребляет хинкали. Ну, так видите, там что внутри. Там юшечка, ее можно вот так вот выпить. Потрясающе. А там потом мясо. Итак, экскурс начат. Сейчас я тоже буду пробовать хинкали по всем правилам этикета, их употребления, да, поэтому, к сожалению, нашу съемку придется немного отложить. Продолжение. Салатик вот этот с брюнзой, да. И еще бокал вина. Это важно, да.
Итак, теперь очередь моя... Так, не ешь, и хинкали ешь. Нет, это хорошо, попробуй. Попробуй. Это пхали, да? Сейчас... Я забыла. Сейчас я пробую с баклажанами. Какое наслаждение! Как приятно снимать это удовольствие, это довольное лицо! Ой, это реально очень вкусно. А теперь со шпинатом. Более нежное. Но вкус совершенно другой. Ну все потрясающе. Первый хинкали. Настоящий грузинский хинкали. Ну вот. Мы не будем смотреть, мы отвернемся. Я брала или нет? Да. Да, да, да. А куда же он делся? Это был сыр. Потрясающе вкусный. Кстати, напоминает бабушки на варенике с сыром. Очень вкусно. А вот подоспел наш салатик. С курицей, свежим помидорчиком и перцем. Очень аппетитно выглядит. А вот подоспела, не знаю еще какое блюдо. Очень-очень аппетитно выглядит. Видите, какая красивая подача. Тарелочка. Так по-домашнему, с любовью. Картошечка с мясом. По-нашему. Какой красивый проспект Науки вечер. Все в огнях. Вечер теплый, все хорошо. Можно немного прогуляться после прекрасных впечатлений об этом вечере. И сытного ужина в грузинском ресторане.